Ой-ой-ой, что же это нам Джессика вчера такого несвежего подсунула? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Женя, что случилось? Джессика! Слушай, проходи, давай! Мальчики, да что же у вас случилось? Саня, да что ж такое-то? Джессика, то ну вас, опять эти оладушки ваши, всю ночь из-за них и живот крутила. Оладушки? Мои оладушки? Не может быть, я их тоже вчера ела, и мне ничего не было. А может и было. Женя, освобождай туалет. Что вообще происходит? Мальчики, отряд Крутые Перцы, что у вас там случилось? Даша, отряд Крутые Перцы не в полном составе. Жека на унитазе, только оттуда. Вожатая Лунатик вчера походу на ужин какую-то дичь приготовила. А у вас там что, животы не крутят? У меня вроде все нормально, сейчас у девочек спрошу. Девочки, просыпайтесь, что там у вас? Девочки, вы представляете, мне такое приснилось. Я, как всегда, захотела мороженое и пошла в магазин, а мне сказали, там нет мороженого. Я пошла в другой магазин, там тоже не было мороженого. Я пошла в третий, десятый, пятнадцатый, а нигде мороженого нету. Я позвонила на фабрику мороженого, чтобы взять много мороженого, а они сказали, что больше мороженого не выпускают, потому что какая-то девочка все мороженое съела. Вы представляете, какое безобразие? Да твоя мороженка, это всего лишь цветочки. А вот мне приснился самый худший сон моей жизни. Меня все мои мальчики отшили. Один поехал на море с какой-то Светой, с Свиридовой, а второй начал кататься с какой-то девочкой на машине. А Рома начал встречаться с моей лучшей подружкой. А третий вообще поехал куда-то, не знаю куда, а мне сказал, что гуляет. Да ну тебя, Маринка, с твоими парнями и Настюха с мороженым. Вот мне приснился сон, то что Джессика заставила меня есть целое ведро манной каши с комками. Так я подумала, что не надо есть манную кашу, и съела только комки. Фу, какой ужас, комки. Я люблю манную кашу, но только без комочков. Фу. Джессика, спасибо вам за отличные вчерашние блинчики. Ой-ой-ой, да что же это такое? Настя, а тебе сегодня ночью что-то снилось? Да, расскажи, нам интересно. Девочки, а мне снился такой прекрасный сон. Я плыву на белом лайнере в развивающейся ветром белом платье. А там на берегу стоит голубоглазый блондин, высокий. Я машу ему, а он машет мне в ответ. Я ему, а он мне. 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 Я ему. Ну! Да замахала ты уже нас! Хватит уже махать! Чем все закончилось? Девочки, ну чем все закончилось? Свадьбой? Нет, на самом интересном моменте я проснулась. Ладно, девки, продолжаем дальше дрыхнуть. Какой дрыхнуть? Подъем! Отряд «Модные чекули» и отряд «Крутые перцы» на построение! Выходи! Вожатая Лунатик, дайте нам хотя бы еще часочек выспаться, потому что всю ночь живот болел, не выспались. Полностью поддерживаю отряд «Крутые перцы». Девочки, кто за? А ты чего руку поднимаешь? Ну, у меня тоже всю ночь живот крутил, я тоже спать хочу. Сан Саныч, подвигайся, я тоже спать хочу, развалился тут. Ладно, подвигаюсь, залезай. Ну, хорошо, сейчас вы меня быстренько все попросыпаетесь. Yeah.
начнем? Какая разница? Так, одних подняли, теперь отряд «Крутые перцы». Джессика! Мы все поняли, мы встаем! Все, Джессика, хватит! Блин, с этой вожатой лунатик мы точно в лагере никогда не соскучимся. Да это точно! Так, отличненько, я уже всех умыла, поэтому утренние процедуры вам уже не нужны. А за место зарядки сегодня у нас будут утренние активности, поэтому я всех жду на площадке. Ну что, отряд «Модные чекули» и «Крутые перцы», вы готовы? Готовы! Тогда поддержите, болельщики, свои команды обалденными кричалками! Побеждать наша судьба! Победим мы вас всегда! Команда наша сильная! Сегодня повезет! Оле, оле, чекули! Вперед, вперед, вперед! Оле, 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 оле! Чекули, вперед! Отлично! Команды, готовы? Готовы! Ну, раз готовы, поехали! Жека, я в тебя верю! Красава! Побеждать наша судьба! Победим вас, как всегда! Даша! Девочки, ну я старалась! Марина, давай ты следующая! Девочки, что-то у вас какие-то вяленькие речевочки были. Это было легко. Сан Саныч, давай, ты следующий. Ну что, Марина и Саныч, вы готовы? Готовы! Мы вас сейчас опять сделаем. Оле, 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 крутые перцы, вперед! Нет, это мы вас сделаем! Оле, 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 чекули, вперед! Два, ноль, два, ноль, два, 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 ноль! Дынь! Маринка, ты не могла получить вот это вот, вот так вот, вот! Дай я покажу! Девчонки, учитесь у крутых перцев! Жека, Настюха, готовы? Да, всегда готова! Да, лунатик, готовы! Я не лунатик, я вожатая Джессика! На старт! Внимание! Настюха, Настюха, это сделала! Гол! Настюха, молодец! Да ладно, девочки, я ей просто поддался. Блин, действительно, вот лузер. Все было хорошо, а ты взял и проиграл. Чё? Чё-чё, через плечо, 2-1. Я сейчас покажу, как надо голы забивать. Сейчас я выровняю счет и будет 2-2. Джессика, давай командуй. Итак, последнее двоеборье между Настей и Сашей. На старт, внимание. Нам нужен гол! 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 Саня! Настя! 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 Нет, всего лишь два касания! И гол! Ай! Молодцы! Победила дружба! Мальчики, чего вы? Обнимайтесь, давайте, 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 порадуйтесь. Ребята, а давайте вожатую зацелуем и заобнимаем. Вау, классная идея! Ладно, ребята, вы такие веселые и смешные. Давайте, идите уже купайтесь. Ура! Я первый, я первый, я первый! Давай, давай!
мартышки попадали. Так давайте их достанем все. Да, я тоже их чувствую. Я на одну наступила. Мальчики, помогите нам их убрать. Жека, у меня, походу, что-то под ногой. А ну давай, сейчас достану. Давай. А, девочки, смотрите, это нифига не шишка. А, я вижу, что это нифига не шишка. А, это не шишка. А, это же паук. А, огромный паук. Плыви. А. Да сыня, забирай. А. Тихо, не. Мальчики, стой. Ой, я не знаю. Ну нифига себе, мы попались! Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока, чмоки-чмоки, муа!